2 февраля на стене протяженностью более 100 метров появится 1500 мемориальных плит, на которых будут увековечены имена 17 тысяч солдат, погибших в Сталинградской битве. Мамаев курган традиционно является местом проведения основных празднеств Дня Победы в Сталинградской битве. В ближайшие дни главную высоту России посетят тысячи гостей из России и зарубежных стран. В рамках акции «Вернуть имена солдат» на воинском мемориальном кладбище Мамаева кургана заканчивается установка памятных гранитных плит с именами павших героев. Каждый житель Волгограда сможет прийти и почтить память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие мемориала состоится 2 февраля во время празднования 70-летия Победы в Сталинградской битве. Мария Платонова специально для ВДТВ.